Хамас поприветствовал результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН в пользу палестинского народа и его отказа принять американские поправки, которые осуждают Хамас и возлагают на него ответственность за угрозу жизни палестинцев через их участие в Великом марше возвращения об этом говорится в заявлении пресс-службы военно-политической организации «Хамас», палестинское движение сопротивления сочло результаты голосования важными и поддержало Палестину после болезненных событий, которые произошли во время Великого марша возвращения. Сообщается, что результаты голосования в ООН показали состояние изоляции, которое переживает американская администрация после своей предвзятой политики в отношении израильской оккупации.